Тульская область России заинтересована в обновлении пассажирского транспортного парка белорусской техникой. Об этом заявил сегодня губернатор региона Владимир Груздев, встречаясь с послом Беларуси в России Игорем Петришенко. Глава Тульской области отметил, что власти региона намерены полностью обновить парк троллейбусов, автобусов и трамваев в ближайшие 2-3 года. И вместе с поставками белорусской техники необходимо как минимум наладить ее сервисное и гарантийное обслуживание, а в идеале создать совместное сборочное производство. Еще одной серьезной сферой сотрудничества Беларуси с российским регионом может стать социальная сфера. В частности, россиян интересует белорусский опыт организации охраны здоровья. Предложение заключается в организации обеспечения специалистами, то есть врачей по специальностям, потому что проблема с кадрами она есть, и Владимир Сергеевич информировал о том, что высших учебных заведений, которые бы готовили кадры в Тульской области, не так-то много, по-моему, один вуз готовит, это факультет. Поэтому у нас фактически гораздо больше медицинских вузов, это и Гродненский, и Минский, и Гомельский, поэтому здесь мы, я думаю, более предметно наладим сотрудничество межвузовского обмена. Для нас интересен опыт того, как организовано здравоохранение в Республике Беларусь, потому что для Тульской области это вопрос очень насущный и очень важный. Интересно это здравоохранение, интересно развитие дорожной отрасли и развитие коммунального хозяйства. Это там, где опыт белорусских товарищей очень интересен. Посол Беларуси сегодня провел встречи с главой города Тулы и бизнес-кругами области. Партнеры заинтересованы в продукции белорусского машиностроения, прежде всего в лифтовом оборудовании и дорожной технике. В Тулу приехала и серьезная делегация из нашей страны. В ее состав вошли руководители крупнейших промышленных, сельскохозяйственных, строительных, транспортных предприятий Беларуси, а также Могилевского облсполкома. По итогам визита ожидается увеличение экспорта белорусских товаров в Тульскую область.